Добрый вечер. В эфире «Вести». Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сегодня в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Совета при полпреде Юрии Чайки. Руководители субъектов, входящих в СКФО, доложили полпреду о ходе исполнения указа президента России о частичной мобилизации на территории субъектов округа. Юрий Чайка отметил недопустимость формального подхода к выполнению задач, поставленных президентом в указе об объявлении частичной мобилизации. Как прозвучало, призывные комиссии должны быть открыты и опираться на принципы гражданского общества. Также обсудили вопрос обеспечения бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в субъектах округа. Представитель главы государства в округе поручил организовать работу горячих линий для поддержки семей военнослужащих, активнее противодействовать распространению недостоверной информации. В Карачаево-Черкесии организовано несколько горячих линий по вопросам мобилизации, отметил глава Рашид Тимрезов. Номера вы видите на своих экранах. Витаминами на зиму республика обеспечена. Отечественный агропромышленный комплекс республики за последние годы добился значительных результатов в импортозамещении. В Карачаево-Черкесии успешно развиваются фруктовые сады интенсивного типа. Для этого есть все условия, а самое главное – желание. У садоводов республики сейчас горячая пора. Какое настроение у аграриев в садах Карачаево-Черкесии и на каком этапе сбор урожая, узнавала Альбина Ламкова. Надо бережно относиться, аккуратно ложить ведра, чтобы не было пожимов, чтобы не были убитыми. Аккуратные, красивые, одинаковые должны быть все. Второй, первый сорт. Осень, пора сбора урожая, подведение итогов приложенных усилий садоводам в течение всего года. Длительность хранения яблок зависит от того, насколько правильно сорвать плод. Это нужно делать аккуратно и обязательно оставив плодоножку. Это главное условие. В эти дни в садах Карачаево-Черкесии жарко. Аграрии трудятся на площади 207 гектаров. На одной территории уже собрали урожай, а на другой только предстоит. Идет сбор не только яблок, но и груш. Самые главные в саду – труженики. Они довольны и оплатой, и условиями труда. Плоти нормально. Одно удовольствие, можно сказать. У всех есть как-то работа, чуть-чуть чем-то заняться. Яблоки вкусные? Отличные. Вот этот сорт именно вкусный. В интенсивном саду уход за сладковитаминным сегментом должен быть своевременным и постоянным. Трудятся аграрии круглый год, ухаживают за деревьями, подвязывают их и выполняют другие хозяйственные работы. Сейчас в саду заключительная и решающая плановая операция по выращиванию фруктов. Сам процесс сбора урожая – это пиковая точка ответственности, потому что сейчас, как я и говорю, были подготовительные работы, а сейчас мы уже выдаем результат. Поэтому мы еще в процессе сбора, рано говорить и говорить «хоп», пока не перепрыгнул. Сейчас мы завершим этот процесс и будем подбивать результаты, уже смотреть. Всячески должен сказать, что люди настроены. У людей есть настрой, люди с позитивом собирают, и это радует. На данном этапе яблоки складывают в пластиковые контейнеры. Затем их привезут в хранилище, где в зависимости от качества и размера им присвоят сорт. Альбина Ламкова, Либостанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгейский район. В Черкесске вспоминали человека, именем которого названа одна из улиц в центре города. Капитан милиции Виктор Калантаевский погиб при исполнении служебных обязанностей 22 сентября 1983 года. В гостях у членов его семьи побывали сотрудники регионального управления Росгвардии. Репортаж Артура Мхце. Он прожил 44 года, а за отведенные ему судьбой 11 лет службы в правоохранительных органах успел освоить навыки и умения работы участкового, дежурного горотдела, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудников неведомственной охраны. В каждом подразделении Виктор Калантаевский был на хорошем счету, сам отдавал все силы любимому делу. И погиб при исполнении служебных обязанностей 22 сентября 1983 года. При задержании вооруженного грабителя.
С тех пор это день памяти и для членов семьи Калантаевских, и для тех, кто с ним вместе работал. Сотрудники регионального управления Росгвардии в этом доме частые гости. Вот и теперь, в день памяти коллеги, они отдали дань уважения его труду, преданности любимому делу. Это уже 39 лет. Мы помним этот день всегда. Все дети собираются. Тем более дети были совсем еще маленькие. Вот сейчас Юра, ему было 2 годика. Сейчас он возглавляет в Отрадненском районе начальник полиции. Вот он подъехал сейчас сюда. Сейчас еще старший сын едет с Москвы. Еще не доехал. Дочь работает в Приморско-Ахтарске, Краснодарский край. Зять тоже. Они там на зоне ИТК. Дети росли на примере своего отца. Все они теперь продолжают его дело, трагически оборвавшееся в сентябре 83-го. Несмотря на юный в то время возраст, сыновья и дочь знают многое о человеке, в память о котором в городе ежегодно проходит юношеский турнир по дзюдо, именем которого названа одна из улиц в центре Черкесска. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 6-11, в горах до плюс 5, а днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесске ночью без осадков, днем слабый дождь, ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 24-26 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе «Клиника Сити». Работаем каждый день без выходных. 2 и 3 октября прием ведет доктор медицинских наук Марк Гальперин. Успейте записаться. Ставрополь, Карла Маркса, 4. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Продолжаем выпуск. В Черкесске высадили дюжину редких деревьев. Участники кругосветной экспедиции на отечественном автомобиле привезли в столицу Карачаево-Черкесии саженцы секвой. Количество появившихся в парке «Зеленый остров» деревьев равно числу муниципалитетов нашей республики. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мхце. В парке «Зеленый остров» региональной столицы на днях появились несколько новых обитателей. Пока далеко не каждый посетитель городского оазиса разглядит в этих маленьких росточках деревья, которые впоследствии достигнут высоту около сотни метров. Прежде чем оказаться в земле Карачаево-Черкесии, эти саженцы объездили, наверное, десятки городов вместе с организаторами многокилометрового автопробега на отечественном оазике. 12 сентября с города Москвы стартовала, значит, экспедиция «Кругосвет», которую они проводят уже второй раз. Вот, они заехали к нам, значит, посадили здесь 12 деревьев. На сегодняшний день по ихнему виду видно, что деревья принялись. Мы их облагородили сеткой. Значит, дерево достигает до 100 метров в высоту, обхватом 24 метра. Количество высаженных саженцев соответствует числу муниципалитетов Карачаево-Черкесии. Такие же ростки секвои в ближайшее время появятся в Пятигорске, Нальчике, Магасе, Грозном, Махачкале и ряде других городов Северного Кавказа. Погодные условия и все условия содержания деревьев, они подходят по нашему климату. Будем за ними ухаживать, следить. Что касается самого парка «Зеленый остров», где высажена дюжина редких деревьев, в скором времени планируется дальнейшее его благоустройство. Черкесск участвует в дополнительном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях. Территория Малого пруда, а также пешеходная зона вокруг Большого пруда давно нуждались в преображении. Здесь есть где разгуляться воображению и задумкам дизайнеров. Главное, чтобы все идеи пошли во благо и помогли создать в региональной столице еще одно место, куда людям хотелось бы приходить целыми семьями и находиться здесь подолгу. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.
Карачаевская секция Союза писателей России пополнилась 7 авторами, пишущих на родном языке. В республиканской общественной организации «Карачай-Ланхалк» виновникам торжества вручили членские билеты и почетные грамоты. В ходе собрания представители организации высоко оценили творчество писателей. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открывая мероприятие, руководитель общественной организации «Карачай-Ланхалк» Руслан Хабов отметил, что сегодня особенно важно поддерживать наших писателей, так как именно они являются хранителями литературного языка. В свою очередь, народный поэт Карачаева-Черкесии Дина Мамчуева сказала, что все те, кто сегодня стали членами Союза писателей России, внесут огромный вклад в развитие карачаевской литературы. Безусловно, это вдохновит их на создание новых произведений, вместе с тем обогатит многонациональный фонд, литературный фонд народов Карачаева-Черкесии. Все эти люди известные в нашей республике, и у них большой творческий потенциал. 7 авторов стали членами Союза писателей России, тем самым пополнив ряды секций карачаевской литературы. Одну из первых членский билет и почетную грамоту получила руководитель карачаевской редакции радио ГТРК «Карачаево-Черкесия» Салима Каркмазова. В свою очередь, заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати, автор нескольких книг Ислам Хубиев, подчеркнул важность проведения таких мероприятий. Конечно, сегодняшнее мероприятие, оно значимо для нашей республики. 7 человек вошли в состав Союза писателей России. Это для малочисленного карачаевского народа очень значимо. Сегодня собралась секция Союза писателей России, карачаевская секция. И это еще раз подтверждает, что люди пишут, есть у нас известные писатели, но по каким-то причинам они не входили в Союз писателей России. Вот сегодня свершилось, среди них есть и молодые ребята, начинающий писать. Автор 10 книг на русском языке, врач по профессии Михаил Узденов уже на пенсии, активно занимается творчеством. Теперь же со вступлением в члены Союза писателей России он еще больше посвятит свою жизнь литературе. Я думаю, что это меня наоборот теперь обязывает писать лучше и больше. Я и так-то стараюсь писать это самое. Для меня ночь, день не бывает практически. Мне все равно, это где происходит. Это дома происходит, на речке. Я люблю очень речку. В лесу я везде пишу. Со мной всегда тетрадки мои. То есть это меня обязывает. Вот это удостоверение, этот билет, меня вот как-то обязывает писать лучше. В завершении мероприятия все собравшиеся поздравили новых членов Союза писателей России и пожелали дальнейших творческих успехов. Алихан Лепшоков, Ахмат Чотчаев, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки». Семье единой. Концерт дружбы на главной сцене России. У вас есть уникальная возможность увидеть творчество, национальный колорит, богатую многовековую культуру трех братских республик. Артисты Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Лучшие песни и танцы. Незабываемый концерт смотрите на телеканале «Россия» в воскресенье, 2 октября, в 7 утра, первая часть. В 9:00 смотрите продолжение концерта. Не пропустите яркое зрелище в Кремле.